стенами Кремля на Москва-реке собиралась рать вольможная, а до всех краев Руси великие шли грозить Кремлю лихие молодцы. Надоело бы им двоецарствие на французский лад тандемом прозываемое. То ли у нас Дмитрий царь, то ли Владимир царь, непонятно молодцам, смута в головах. Царь один должен быть, да уж народный царь, не московский, да не с Питера немецкого, а откуда-нибудь с края северна, из Волгалы ледяной добрый молодец. А и есть такой поди в полярной области, Михаил Батыр да сын Прохоров, что и имя у него архиангельское, да и ростом сам как два царя теперешних. У того дела у сына да у Прохорова, там на севере богатства несчастливые, соболиные меха да руны знатные, и каменья драгоценные, и золото. Вдосталь кормит атаман своих ратников, и со свитой своей по миру бесчинствует. Покорил он всю немецчину щедростью, жадных франков ослепил своей роскошью. И решила Русь, что дело его правое, коль Европа перед ним преклонилась, стала быть гомонить да на всех углах Михаила на царство кликати. Громче всех же вопила жонка буйная, пугача-разбойника-правнучка, скомороков площадных предводительша, не по летам горластая и прыткая. Ай ли мне, Алусеньки, не грезится? Ой ли то над Русью не сияние? Чую жопой силу богатырскую, настоящий мужик идет на царствие. Не хочу я принца болгарского, не хочу я комика хазарского, а хочу я всю силу свою женскую Михаилу отдать и делу правому. Слыша речи такие пугачихины, и другие скоморохи подтянулись. Макарон царем Дмитрием обласканный, и ярмолка макарону подпевающий. Гоша Куцый, лицедейцы любимейший, был давно уж в свите Михаиловой. Вместе с ним валял он девок на гульбищах и дымы вдыхал мухоморные. Да только сколько в Улусе Михайловом драгоценных руд с каменьями не было, побогаче его Дмитрий с Владимиром, в закромах у них рубликов поболее. Зашуршали герыги кремлевские, восстановище Михаила, сына Прохорова, зазвенели кошелями с монетою, атаманов молодцов переманивая. Ой, вы молодцы, ватажные, буйные, дело правое, оно не тут деется. Ласков Мишка на вид, да тяжел внутри, ох, еще его вы лап да отведаете. Он на вас глядит, думу думает, чтоб до гроба на него все горбатились, чтобы пахари да люди приказные не имели пенсиона и выслуги. Ай, вот вам вдвое против его жалования, хошь рублем, а хошь ганзейскими ефимками, а идите на тот берег Москва-реки, без Михаила сгомоните дело правое. Как проснулся Михаил, сын Прохоров, в золототканном шатре с пугачихою, понял, что он один одинешенек, нет ни свиты, ни рати, ни помощников. Макарон и ярмолка к царю Дмитрию убегли в слезах и покаялись. Гоша Куцый улетел, как мухоморный дым, лишь под боком храпит ведьма лютая.